День белой трости провели в столице. Акция для детей с нарушениями зрения прошла в 10-й школе. Там находится единственный в столице коррекционный класс. Ученикам подарили оборудование для чтения, школьные учебники и трости. Как подчеркнули представители благотворительного фонда «Дара», в стране не хватает учебных заведений для незрячих детей. Также не выпускают в Казахстане тактильную литературу и специальное оборудование для обучения. Очень важно, чтобы школы были оснащены полностью по современной технике, а также были комнаты социально-бытовой ориентации, также строилась инфраструктура для того, чтобы дети с нарушением зрения, незрячие дети, имели доступ к образованию. Мы бы хотели бы все-таки со стороны государства и общественности уже были какие-то сподвижки и открывались такие классы по всей республике.